В августе 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о Дне работника культуры. В городе отметили представителей этой профессии. Культура любого города поддерживается и развивается людьми творческих профессий, занятых в областях искусства, полиграфии, книгоизданий, кинематографии, туризме, спорте и средствах массовой информации. Это люди, которые вносят неоценимый вклад в популяризацию культурного наследия всей страны. Я всех работников культуры, находящихся в этом зале, поздравляю с профессиональным праздником. Желаю вам никогда не позволять себе хандрить, оборачиваться назад, быть всегда творческими, перспективными, а поэтому востребованными. С праздником вас, уважаемые коллеги! Сегодня для работников культуры звучат поздравления и слова благодарности за их труд и верность профессии. Татьяна Васильева 37 лет своей жизни посвятила деятельности в библиотеке. Говорит, что работа в культуре всегда была и остается в почете. А в библиотеке всегда была своя, особая атмосфера. Общение с детьми приносит ей большое удовольствие. Я работаю в читальном зале для младшего школьного возраста. И они вот такие непосредственные. Иногда вот даже не знаешь, чего от них ждать. Но ребятишки хорошие все равно. Пусть они читают меньше, но стремятся они все равно каким-то знаниям получить. Что-то, чем-то они все равно интересуются. Лучших в своей профессии отметили грамотами и благодарственными письмами. За профессионализм и высокий уровень в работе, почетной грамотой управления культурой и архивного дела была отмечена преподаватель хореографии детской школы искусств Татьяна Ястребова. Подарком для всех стали концертные номера творческих коллективов города. Ирина Птуха, Степан Диколенко. Новости ТВ Рассказово.